Вторая волна паводка началась в Алтайском крае, топит барнаульский поселок Затон. На режим повышенной готовности алтайские спасатели перешли накануне. 14 июня начались первые подтопления в Бийском районе и Барнаульском Затоне. В последнем вода зашла на две улицы, а сегодня уровень воды в Аби на 5 сантиметров превысил критический для Затона уровень. В поселке подтопило больше 10 приусадебных участков, и еще к 48 вода подошла вплотную. Дорога на остров Шубинский тоже частично подтоплена, транспорт движется по понтонному мосту. Добавим, в Затоне работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС. В местных продуктовых магазинах, сообщили в мэрии Барнаула, создан необходимый запас продовольствия на случай чрезвычайной ситуации.